Еще один раненый скончался после стрельбы в Екатеринбурге. Олег Шишов готов сдаться полиции. Он уже выходил на связь со своим адвокатом. Сообщается, что он и два его друга, которые также принимали участие в перестрелке, были ранены. Супруга Олега рассказала Лайфу о ссоре на дне рождения, где ее муж повздорил с одним из гостей. На следующий день к их дому подъехали 6 машин, в которых находилось около 30 человек. И именно они первыми начали стрельбу. Я просто хочу, чтобы меня услышали, что он защищал свою семью. И если бы он этого бы не делал бы, нас бы не было бы. Ни детей, ни дети маленькие. Самому маленькому 2 года. Дочке 3,5 и старшему 5,5. Я не знаю, что это за причина. Такое высокомерие, что ли, у этого человека Димы. Что за матерное слово надо приезжать и семью убивать. В отношении Олега Шишова возбуждено уголовное дело по 2 статьям Уголовного кодекса, убийство 2 лиц, а также незаконный оборот оружия. Анастасия Шишова также заявляет, что ей и ее семье продолжают угрожать. Вот она, их не может. Я хочу попросить помощи от государства. Абсолютно ерунда какая-то случилась. Вот даже не было причины. И они продолжают дальше угрозы, потому что я боюсь с детьми возвращаться домой. Я хочу какой-то охраны от государства, потому что они обещали и дом сжечь.